Закон о рекламе под контролем. В текущем году специалистам антимонопольной службы региона поступило около 140 заявлений с жалобами на рекламу. Возбуждено 53 дела. Такую информацию озвучили на пресс-конференции сотрудники УФАС. При управлении создан общественный экспертный совет, в который входят представители епархии и образования, отвечающие за подготовку менеджеров по рекламе. Общественники реагируют на обращения граждан, которые жалуются на неэтичную наружную рекламу на улицах. Несколько таких плакатов совет уже признал несоответствующими цензуре. В результате с проспекта Кирова исчезла реклама бара «Барсук» с характерным раздельным написанием. Рассказывая о случаях с неэтичной рекламой на улицах города, специалисты УФАС с трудом подобрали слова. В автобусе, который ездил по маршруту Саратов-Энгельс, ну и, соответственно, использовался термин относительно «отдаем всем», что-то вот в таком роде, да, и изображение верхней части женского тела, скажем так. Да, бюст использовался. Там устанавливается рекламодатель, понятно, кому принадлежит автобус, кто является владельцем этого автобуса, это физическое лицо. Дальше выясняется, кто являлся разработчиком и идейным вдохновителем такой рекламы.